Шалом, друзья! Поздравляю вас с праздником Шавуот. Это праздник первых плодов урожая. И в этот праздник, по традиции, готовят блюда из молочных продуктов. Сейчас я вам хочу предложить выпечку круассоны. Просеиваем муку. Добавляем 3 яйца. Тертый сыр. Тертую брынзу. Ски. Это паста, которая мажется на хлеб. И масло. И все вымешиваем. Сейчас на досточку или на столик и вымесить его руками. Тесто должно получиться мягким, эластичным. Вот такой у нас получился мягенький шарик. Мы сейчас выложим его на тарелочку и будем раскатывать и вырезать круассаны. Режем шарик пополам. Раскатываем круг. Берем нож. Из середины вырезаем треугольники и ножом скатываем и отправляем в духовой шкаф 180 градусов на 15-20 минут. И теперь я мажу круассаны оливковым маслом.
Приятного аппетита!